Комсомольском на Амуре государственном университете открылась новая лаборатория аэродинамики. Она создана для изучения движения тел в воздушном пространстве. Это совместный проект вуза и производственного центра филиала ПАО «Корпорация Иркут». В современной аудитории побывал Максим Мирсон. В этой обновленной аудитории студенты будут постигать законы аэродинамики. Также здесь начнут проводить занятия и со школьниками города. Современная лаборатория станет площадкой для подготовки квалифицированных кадров. Это обновление необходимо, так как студенты приходят на производство, да, и они уже видят совершенно другое оборудование, современное. И вуз должен полностью соответствовать этим требованиям. Идея создать учебную лабораторию для будущих инженеров родилась летом прошлого года. Была сформирована рабочая группа, строители и дизайнеры создали проект. На его основе сделали сметы. В ноябре начался ремонт. Дизайн-проект делали наши студенты, ну, непосредственно, конечно, под руководством преподавателей. Сделали очень в короткий срок, ну, и вы видите, что получилось. Пока в лаборатории находится только мебель и мультимедийное оборудование. Уже в марте здесь появится аэродинамическая труба. Это главный прибор для проведения исследований. В рамках студенческого конструкторского бюро мы планируем проводить исследования в этих аэродинамических трубах. То есть можно разрабатывать свои модели, дальше печатать их на 3D-принтере и в аэродинамической трубе получать характеристики. Аэродинамическая лаборатория – результат сотрудничества университета и комсомольского филиала корпорации «Иркут». Авиастроительная компания вложила средства в создание современной аудитории и планирует реализовать совместно с вузом еще несколько проектов. Мы хотим, чтобы студенты комфортно, интересно учились и была возможность для развития инженерно-технического потенциала, для самореализации, для раскрытия творческого потенциала. В этом году также ожидается ремонт в фойе университета. Кроме того, будет реализован проект по созданию современного сквера на территории вуза. Максим Мирсон, Елизавета Глинкина для выпуска новостей.